Давай, взорви своего. На. Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Зебра, Танчик, Ноунейм, Пика, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем на класснючей карте Биг Сити, это здоровенный город, я буду управлять сиреноголовым, просто гигантский сиреноголовый. Если опять кушайте приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать, а пацаны будут выживать. Поехали. Пацаны могут использовать несколько танков и классное большое оружие, а я должен всех загасить. Поэтому досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет просто мясо. Так, давайте проверим, как танк гасится. Так, я не попадаю. А вот так вот... Ого, я еще и ногой могу бить? Ого, это было меткое попадание. Кстати, теперь у меня отображается худ и видно, сколько у меня жизней. Как я выберусь отсюда? Ты не можешь выбраться? А чё там не взрывается твой? Я хочу его взорвать. О, все, я его разломал. Видели, у него гусеницы слетели. Еще один. Не, нормально гасим. Всех убиваем. Ты косожопый. Так, жизни мало, давайте немножко отойдем. У нас здоровенный город, который во власти сиреноголового. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Каждый может зайти и записаться с нами. Правильно. И сейчас мы все сидим в Дискорде. Ну что, пацаны, вы готовы проигрывать? Сегодня у вас будет очень тяжелый день. О, я еще могу высоко прыгать. Так, обходим. Кстати, у него так шаги громко слышно. Через мосты могу проходить, просто гигантус. Кстати, слышите, в городе сирена сработала из-за того, что вырвался сиреной головой. Ой-ой-ой! Что это за оружие? Ты что? Это было жестко. Блин, я испугался. Давайте возьмем вот этого теперь. Я в этом ролике буду брать очень много сиреноголовых и гасить пацанов. Ну что? Ой-ой-ой-ой-ой. Гасим машину. Отлично. Что? Убили. Что? Так, я, ребята, сейчас улечу отсюда, потому что пацаны меня очень быстро выносят. Так, вижу машину, к которой мне надо подойти со спины. Прыгать не могу. Косожопый. Есть! Вынес водителя. Так, теперь сделай так, чтобы он по мне не попал. Отлично. Попасть не может. Очень сложно, да, попасть? Ай, косожоп. Да что такое? Что это такое? Вы что делаете? Чего я так быстро умираю? Я же должен дольше жить. Так, у нас, наверное, есть пилпаки. Сейчас попробую я после этой смерти взять пилпак. Там, где миллион жизней. Это тоже будет босс. Ай, танк какой. Я тебе даже... Что? Вот так, значит. Хорошо. Ребята, ну что, идет босс. Теперь у меня 500 тысяч жизней. Посмотрим, как пацаны справятся с таким. Давай, я тебя буду гасить сейчас. Тихо. Ай, косожоп. Эй, танк, мочись. Эй, кстати, эта машина очень опасна, ребята, надо быть внимательным. Она прям реально жестко мочит. А че я не могу ее взорвать? Сейчас взорву. О, один ушел. Потихонечку наносим ей урон. Неплохой такой. Так, пацаны уже вынесли 1000 жизней у меня. Был бы я обычным NPC, я бы уже слился. Ай, твоя машина ни о чем. Буду танк гасить, потому что танк более опасней. Ой, пацаны, мне кажется, вы будете его долго гасить. Так что вам надо брать базуки, наверное, или что-то такое помощнее. Так, моя сейчас цель уничтожить танк. Кстати, очень круто играть за сиреноголового против танка в городских условиях. Это прям очень офигенно. Послышь, твой пулемет знаешь, куда засунь? Да. Нормально. Гаси. Да ты смотри, а. Ой, все, поехали. Да. А вот что, жизни не тратятся? Так, давайте возьмем другого, потому что этот какой-то слабый. О, вот этот вот надо. Так, ну что, идет. Ой-ой-ой-ой, неплохо попал. Так, танк гасится, насколько я вижу, у него же гусеницы просели. Надо дальше. Вас там двое сидит, вы меня вдвоем мочите?
Неплохо, неплохо, пацаны. Но я не сдамся, сиреноголовый сегодня рулит. А сколько ж у танка жизни, а? Очень много. Много, да? Хорошо. Так, 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 так. Я могу прыгать, насколько... Нет, этот не прыгает. Давай, 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 пацаны, попадайте по мне, попадайте. Не можете, потому что у меня много жизни. Вы меня, кстати, не сможете, наверное, убить даже до конца серии. Ой, привет, Дима, я сейчас как развернусь. А я тебе не дам. Это очень опасная машина, будем ее мочить первую. Я вообще не могу никакую машину уничтожить, что за фигня? А ты не попадаешь по мне. А ты что делаешь? А ты не попадаешь. Ой, у меня жизни много, пацаны меня не вынесут, мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, отходим, отходим, отходим. Так, ребята, сейчас возьму другого сиреноголового, который реально более убить, потому что что-то я взял, у которых по полмиллиона жизней, это просто impossible будет. У нас сейчас, если этого убьете, тогда уже возьму, конечно, помощнее. 5000 жизней, давайте проверим, как вы справитесь с ним. Но у него, конечно, урон нереально. Я когда вот так пну его, танк просто улетит в небытие. Слышу танк, слышу танк. Вижу машину. Прыжок. Надо прям приземлиться. Да. Че машина не улетает? Она должна улетать. Ой-ой-ой, промахнулся. Машина, взрывайся! Взрывайся, машина! Ну давай! Я тебя подстрелить не могу. Ты не можешь меня подстрелить, я тебе не дам этого сделать. Потому что ты очень низко. Да. Танк, 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 валим, 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 валим. Ай-яй-яй-яй-яй. Быстрее, 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 быстрее. Отлично, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, что они там делают? Мы сейчас обойдем, сделаем по-хитрому. Я могу по стене лазить? Нет, это по стене не может лазить. Хотя NPC могут лазить, странно, почему я не могу. Так, отлично. Отлично. Как же мне танк взорвать? Я думал, я смогу пнуть его, и танк просто улетит. А танк не улетает никуда. Ай, в воздухе прям гасит. Косожоп. О, танк гасится. Я прям вижу искры идут с танка. Сложно, да, пацаны, попасть? Ого, попал. Я не отвали. Отвали. Прыжок. А что, дуло высоко? Все. Хорош. Ого. Вы чего такие психи? Кстати, давайте попробуем за этого поиграть. Может, этот хорошо пнует? Пнует. Давайте сейчас, подождите, сделаем тест. Вот машина. Во, смотрите, я машину взорвал. Значит, это тоже сможет взорвать машину. Кто был слабый? Дима, я тебе сразу говорю, этот танк даже ничего не снес. И вообще ничего не снес? Хорошо, хорошо. Так. Стреляй, стреляй по-своему, мне это нравится. Я даже не стреляю. Да почему я не могу взорвать эту машину? Есть! Ой, молодец! Friendly fire, пацаны, вы что делаете? Ребята, если вам нравятся вот такие войнушки, чтобы повоевали еще в городе с дранными NPC, то, ребята, прямо сейчас влепите лайк, это бесплатно. Танк. Я вижу, как я гашу его, я вижу. Так, надо обойти, потому что этот псих мочит всех. Ой, псих, что ли? Так, я убил водителя. Вы чё там вдвоем сидите и гасите по мне? Ай, блин. Так, сейчас. Надо продумать тактику, потому что я сейчас так просто сольюсь и все. Не-не-не-не-не, я живым не дамся. Надо быть очень внимательным, походи, ребята. Походи. Очень. Дима, готов к тотальной войне? Нет, не готов, не готов. Ай, блин. Надо было мне сильно голову скачать с ракетницами. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Сколько у тебя хп? Там же хп много. Всего 5000, вы что, 5000 не можете вынести? Ой, еще один приехал. Самоубийца. А, что? Кто стрелял? Хорошо, я вам поддавался специально. Ну что, пришел брат Роба. На, на. Теперь уже вы, пацаны, не такие умные. О, Дима, раз ты высокий, то моя пушечка противотанковыми снарядами. Давай, давай. Еще сейчас мы гахнем туда. Ты чё? Ого!
Робот улетел. Робота высадили на крыше. Попробую с крыши их гасить. Дурак, что ли? На тебе бомбу еще. Буду сверху их расстреливать. Бум. Еще один танк едет. Бум. Блин, ну столько мы классные эффекты скачали для горисвода. Теперь все просто все горит и дымит. Смотрите, четкое попадание. А, не четкое. Вот, четкое и попадание. Я нацеливаю. А ты не попадешь, надо чуть выше дула задирать. Я буду вам бомбы сбрасывать. Ой-о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 й. Так надо эту машину уничтожить. Где он стреляет? У меня же есть бластеры мощнейшие просто. Я вижу. Смотрите, летит бомба. Ну-ка, хоть бы в танк попасть. Ой, рядом. Тихо. Есть. Уничтожена артиллерийская установка. Нет, не уничтожена. Не уничтожена? Лови подачу. Смотрите, четкое попадание. Бум! Есть, ой, это рядом. Просто трех... Рядом. Не попал? На. Нет. Ай, да что это за говно? Вот это жесть у нас. Бум! Рядом. Красиво. Рядом. Еще. Бум! Блин, вот это бомба у робота, просто дебейлиши. Кабаны такие. Ой, четко подорвал, видите? Все в огне там. Вот это громко гасит. Смотри, прям на бомбу едет. Нормально, пацаны, гашу? Психопат. Мне нравятся такие серии, когда мы записываем войнушку. А, ты опять едешь? Смотрите. Нет, ты чего? А, ты не умер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, отходим. Все, я прыгнул, спрыгнул с дома. Иду по низу. О, попал, я хотел тебя обмануть, что я иду по низу. Так, ну что, тогда идет опять сиреноголовый. Просто буду, ребята, брать NPC. Пилпак они не уничтожат, а NPC реально уничтожить. Во, который на жопе скользит. Мне кажется, это прикольно будет. Погнали. Жопа скользящий. Вид жопа скользящий. Нифига себе у него скорость. Вот это жесть. А как я наводиться буду? Да ты не сможешь наводиться. Ну, если он так, высокий, то отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гасим танк. Гасим. Ой, Дима, ты остановился. А! Вот это ты мне вынес. Блин, это артиллерийская установка, она какая-то вообще, блин, жесткая, прям сильно. Так. У меня попыток не остается, как просто замочить эту артиллерийскую установку, первую. Потому что она несет в себе очень сильную угрозу. Опа, прыжок. Так, вот там пацаны. Давайте тихонечко пройдем к ним. Вы слышите, где я иду? Сейчас отсюда выйдем. Правильно, и не слышите. Давайте проверим, смогу я по стене лезть или нет. Насколько я знаю, он должен по стене лазить. Не, он не лазит по стене. NPC могут лазить, это очень странно. Или это другой сиреноголовый. Напишите в комментарии, какой сиреноголовый лазит по стене. Вижу. Так. Ты ж кто придунчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гасим. Гасим машину, аж рессоры, смотрите, как срабатывают. Взрывайте своего. А, жизни мало. Прыгаю. Есть. Вовремя я прыгнул. Прыжок. Сейчас умру, нет! Все. Да вы как вы это делаете? Как мне с вами воевать? Это же невозможно! Буду чередовать, чтобы было пацанам интересно, потому что сиреноголовых легко мочить. А пилпак невозможно убить. Потому что нереально много жизней. Еще потому что низкие артиллерии стоят. Ой, я еще могу как бы прыгать так вот. Надо где-нибудь зашкериться, чтобы Дима не увидел моего артиллерийского устанка. Увидели? Ой, зря ты выехал. Я вижу, вон он. Я буду сейчас бластерами, ребята, гасить, чтобы они не могли ничего не сделать. Я знаю. Ну как ты так попадаешь четко? Да вы... Хорошо. Психи. Гаси их, Димка. Дима, есть. Точно ничего не замечаю? Есть. Тут вторая артиллерийская установка. Я буду всех мочить. Где ты? Нет, это не ты. Всё. Да вы как так играете хорошо?
Ну все, теперь идет босс. Я беру пилпак, потому что вы меня сильно разозлили. Очень сильно. Ребята, все, шутки прочь. Идет босс. Быстрый, так, мощный тихо, босс, которого теперь будет сложно убить, а я буду вас наказывать за все мои проигрыши. На тебе артиллерийская установка. Нет, я буду со спины подходить, я не дамся. Вот это не мне гайся. Ну я не сдамся, я теперь буду до последнего, пока они меня не убьют. А если не убьете, значит я побежу. Давайте, если вы за 5 минут не убиваете меня, я выиграл. Все по-честному, у вас много техники. О, я буду кататься на танке и гасить его. Ха-ха-ха, прикольно. Ой-ой-ой. Вы чем стреляли? У меня жизни вынесло сразу 6000. 60. Танк гасит, нереально много жизни отнимает. Ты, слышь, ты. Надо опять гасить эту машину. Она самая опасная из всех, даже опаснее танка. Да что жизни не тратится у машины? Не тратится, тратится по-любому. Потому что технику, они легковую машину с одного удара разбивают. А это же военная техника, ее сложнее убить. Пика, вали его. Да нет, вы меня не завалите. Я в углу. А, наверное, прицеливаться. Да, я не прицеливался, из-за этого не мог убить. Нормально, нормально, потихонечку наваливаем. Что, в машине еще кто-то сидит? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Танк, слышишь, ты? Ты не сломаешь, я смогу. Не смогу. А давайте вот эту машину проверим, смогу сломать? Да этот вообще сиреноголовый какой-то слабый. А ну человека могу убить? Дима, ты утром кашу ешь? О, человека можно убивать, хотя не я его убил. Охоту открываем. За техника. Ну искры идут. Во-во-во, видно. Видно, дамажится, дамажится машина. Против танка, кашу, конечно. Ел-ел кашу, ел. Так, минута уже прошла. Ой. Дима, можешь остановиться для момента? Нет, конечно. Здорово. Тут никаких моментов. Все происходит очень быстро. Искры идут от машины, значит попадаю. А, я твой... Да что это за машина у тебя мощная? Дима, давай я вас... Гасим, гасим, гасим. Искры вот, идут. Смотри, Дима, я сейчас к углу встану, ты будешь меня бить впереди. Да. Это что творится такое? Давай, 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 наваливай. Не, жизни не тратится, это хорошо. Не могу, представляете, сиреноголовым замочить. Очень слабый сиреноголовый. Ого, ты меня жизни... Вы меня зажали, я не могу двигаться. А могу, могу, могу. Ого, я подлетел. Офига ли я подлетел так. Давай, взорви своего. На. Все, валим, валим, валим. Наверное, уже 2 минутки. Прошло, еще 3 минуты есть. А ну стой. Я буду валить, я буду валить. Все равно догоним. Я знаю. Во, я нашел, кто лазит по стене. Залазим, залазим. Кстати, странная анимация. Ой-ой-ой-ой, валят, валят, валят. Ох ты. Вы чем, серьезно, сам два стреляете шарами? Опа, я залез. Я залез, я залез. Ой, я вижу его, Дима, у меня тут на калибер, на который опускается хорошо и вверх. Кстати, странно, он бортик переходит. На! Самоходная артиллерийская установка. Есть! Есть! Людей вообще с одного удара выносят. Я могу спуститься за него? Не могу спуститься. Он не влазит в дверь. Ну чё, пацаны? А, ты решил вот так действовать? Хорошо. Гасим, гасим, гасим его. Странно, что я его в машине не могу убить. Надо, наверное, прицеливаться на него конкретно. Ой, а это что за старая машина приехала? Давайте попробуем вот этого взорвать. Может, все-таки есть шанс его взорвать? Давай, давай, сиреноголовый. Против сиреноголовый, против техники совсем печально. Все, вы взорвали сами его. Спасибо вам большое. Так, я бегу, опять ты ее ставишь. Надо убить тех, кто... А, блин, хотел тебя замочить, не успел. Дима, мы стреляли, вот с этих вот. Ай, давай, 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 танк. Я танку ничего не могу сделать вообще, он какой-то нереальный. Ж-
жизни не отнимаются, ты не попадаешь по мне. Если бы карта разрушалась, мы бы уже всю карту разрушили. Просто было в жопу всему. Я тебя уничтожу, на. А, я понял, как надо галить. Надо прям в притирку подходить, я понял. Ой, дурак. Есть. Оно вот так вот. Теперь я понял, как. Есть. Вы молодцы, пацаны. Давай, 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 искры идут. Значит, гашу. Как они меня хотят убить. 4 минуты где-то прошло, не знаю. Ой, я убил. Убил. Как вы убили 500 тысяч жизней? А чем вы вынесли? А, ну, ну робот сейчас. Вот эти вот. Отлично, отлично. Выносим. Теперь я буду играть очень красиво. Есть. А, откуда стреляют? Откуда стреляют? Кстати, ничего не попали ни разу. Дима! Держи подачу. Вот это был 3-очковый! Уходим, уходим, уходим с линии огня. Я не дамся. Сейчас мы сделаем по-другому. Да как вы меня убиваете? Я этот пак удалил с машинами. Ну реально, ну пацаны сегодня выиграли и сиреноголового, и всех роботов, которые я против них запускал. Ребята, кто досмотрел ролик до конца, сейчас будет просто что-то эпическое. Мы взорвем ядерной бомбой всех сиреноголовых, потому что раз обещали мясо, будет вам мясо. Ой-ой-ой, это 10 штук. Даже, наверное, больше. Вы готовы, пацаны? Сейчас будет эпично, красиво. Да. Перед смертью станцую. Я кину одну небольшую бомбу. Все. Я давайте вот так вот, прям, чтобы она четко полетела. Все, убегайте, убегайте. Ребята, смотрим этот взрыв. 3. Я танцую перед 2, смертью. 1, 0. Взрыв. Эй, взрыв. Ой, я ж дернулся. Они живые. А-а-а, не сработало, хорошо. S1000. Бегайте. Сейчас убьет по-любому. Ну-ка. Летят, летят, летят. Немножко не метко, но должно попасть немножко по ним. Ой, ё-моё, ребята, танцуйте. Ой, сколько убило. Но этого мало. Я должен всех взорвать. Все, четко в цель. Смотрите, чистейшее попадание. Ой, идет, смотрите, как красиво все летит. А вот теперь я всех уничтожу. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.